Так. Депортировались. Тут что у нас? Вы вернулись. Рад вас видеть. Здрасте, здрасте. Вам что-то подсказать? Так, давай-ка мы что ли продадим лишнее. Так вот. Спасибо, что зашли. До скорой встречи. Ривелио. А, это птица ли там летает? Ту-ту-ту-ту. Где гремит? Третий уровень. У нас есть все, что требуется юным ученикам для зельеварения. Можете осмотреться. Зелье для Фатимы Лаванг доставлены? Очень хорошо. Она не доставила вам проблем? Говорить не о чем. Мне удалось все уладить. Рад это слышать. Еще раз благодарю за помощь. Доставить эти зелья оказалось труднее, чем предполагалось. Я жду дополнительного вознаграждения. Смотрю, вы человек деловой. Что ж, я заплачу вам больше, хотя такое отношение — это перебор. Кстати, в Кинбридже мне попалась эта книга рецептов зелий. Может, она вам пригодится? Это что? Книга рецептов Фатимы? Оставьте ее у себя. Она не заслужила эту книгу. Я оценил ваш порыв, но вам стоит поучиться уважать чужую собственность. Некоторые вещи для зельеваров крайне важны. Я немедленно верну ей книгу. Ну и хорошо, как раз. Чем я могу вам помочь? Так, ресурсный зелье, который наносит урон. Заклинание, сколько у меня? Мудрое решение. Благодарю. Может, еще увидимся. До свидания. Окейушки. Так. Мне тут задач. Раздобудьте зелье с птичьего дерева. Где я его раздобуду? Лопните, лопните. Так, а здесь...
Ривелио. О, это Алхамора. Ой. Сундучок. Перчатки покруче. Интересный домик. Если на свете местечко уютнее Хоксмида. Так, а туда я не бегал вроде. Так, или это... А, вот тут еще. Угу. Мы соберем его. А он шарики. А как мне в них прицелиться? Я тут развлекаюсь. Что вы, клянусь, я не буду тратить ваше время понапрасну. И я чрезвычайно благодарен ну за давай, эту возможность. Что там у тебя? Это... Почему он шевелится? Кто там? Надеюсь, не крыса? Нет, это Нюхлер. И зачем мне Нюхлер? Он очень ловкий. Обокрал меня. Тебя вот так-то. Обчистил Нюхлер? Я об этом и толкую. У него талант. Такие Нюхлеры на вес золота. Ну ладно, давай, показывай. Наверное, если ты просто морочишь мне голову... Что вы, я бы ни за что не стал тратить ваши... Твоя крыса меня оцарапала. Тоже мне браконьер. Ну где же ты? Если я поймаю эту твою тварь, я ее придушу. Понял? Придушу. Это вовсе не крыса. Дилетант. Так, здесь у нас какое-то испытание. Я знаю, что это такое. Испытание Мерлина. Ты чё у нас? Конфринго! Ривелио. Ага, за время надо. Конфринго. Ривелио. Ага, вон еще одна и вот еще одна. Конфринго. Конфринго. Сам Мерлин гордился бы таким достижением. Вижу, Арну удалось вернуть свои вещи. Здравствуйте.
У вас есть товары на продажу? Конечно, но... как вы здесь смогли оказаться? Заблудились? Я просто гуляю по окрестностям. Ага. Приятно иногда вырваться из рутины. Я и сам люблю путешествия. Меня зовут Леопольд Бабкок, и я действительно торговец. Что ж, раз вы тоже любите незаурядные путешествия, хочу напомнить, как важно иметь при себе запас рябинового отвара. Скажу вам, что, например, в запретный лес нечего и соваться без него. Что скажете на этот счет? Лучше ведь задуматься о безопасности на пути. Я подумаю об этом. Благодарю вас, мистер Бабкок. Скажите, если что-нибудь приглянется. А что у вас можно купить? Что вам сегодня нужно? Пока ничего. Приятно было повидаться. Так, а что тут? Через забор я не перепрыгнул. Нет, там мы не зайдем. Так, как мне на этой палке летать? А че? А, выполнено. Так, ладно. Козявки тролли, используйте. Идите. Так, ну ладно. С метлой как раз разберемся, блин. Так, а здесь же была, вроде. Логово я не был. Ладно, давай сюда, оттуда пешком тогда, что ли. Доберемся. Я всегда говорила, что путешествия расширяют сознание.
Ну что, их там 4? Сейчас мы их грохнем. Пусть только попробуют за мной заявиться. Костей потом не соберут. Акция! Конфликт! Это ты мелкий гадец, который спас Трэнса. Протего! Ты вообще стараешься? Конфринго! Ледиот! Акта! Поступки. Так, их здесь вроде я убивал, кстати. Че им тут поломаем, блин? Так, ладно. Добежим. Че я тут вроде открывал? Надо бы сходить к логову. Дойти. Поднять. Лишь потом, ладно. Один фиг туда понадобится идти. А вон шарики. Чем их долбить? Скорее всего, надо на метле кататься. Я каждую неделю захожу в камеру. Если бы было от меня, то не успеешь. Эй, Коктевран! Эмельда Рейс, меня прислал Албивикс. Да неужели? Небось, так и возится со своим улучшением для метлы. Однажды я попыталась помочь ему, но он раскритиковал мою технику полета, и на этом все закончилось. Какая наглость! Он хочет втянуть тебя в свою дурацкую затею с метлами? Интересно, почему? Ты ведь едва научился летать. Или он узнал о ваших с Клоптоном выкрутасах на уроке полетов? Не знаю, что об этом говорили, но получилось это случайно. Расскажи это кому-нибудь другому. Впрочем, это не важно. Все знают, что эти занятия нужны только новичкам, хулиганам и неуклюжим слюнтяям. Но почему-то остальные уверены, что ты станешь мне серьезным конкурентом, а я такого не потерплю. Может, мы и правда конкуренты. Ты ведь даже не из Слизерина. Это все равно, что Сквиб. Хватит болтать. Есть только один способ узнать, кто из нас лучше летает. У меня на этом маршруте один из лучших результатов. Посмотрим, можешь ли ты со мной тягать. Слизерин против Коктеврана! Почему бы и нет? Я тебя обгоню. Я уже предвкушаю твое поражение. О, это да. Понять бы, как эту хрену... А, тут уже сразу же... Получилось! О, чё, тебе шары, шары же. Нам шары не нужны. Эть. Ух. Ой. Катя. Так, подожди, давай заново. А, хотя ладно, полетели. Есть.
Тут нужна тренировка. О, это точно. Совсем другое дело. Это весело. Да, виляет он еще так. Надо еще раз попробовать. Приятно знать, что я по-прежнему лучше всех. Ну как? Хочешь попробовать еще раз? Конечно. Я готов, жду тебя. Получилось. Хоть кто-то оценил? Три секунды. Победа за тобой. Но не думай, что на этом все. По одной гонке нельзя судить о том, кто что умеет. Да брось. Конечно, моя победа говорит о многом. Могло быть и хуже. Но тебе еще придется показать себя, если хочешь заслужить мое уважение. Считай, вызов принят. Может, у тебя и впрямь талант? Посмотрим. Но особо не надейся. Следующий маршрут у Айрондейла намного сложнее. Можешь подготовиться, полетав по этому маршруту. Просто подойди к помосту, туда, где список лидеров. Там сможешь узнать свое время и начать гонку. В следующий раз посмотрим, не была ли твоя победа просто случайностью, раз уж речь о поручении Алби Уикса. Ооо.
будет рад услышать, как все прошло. Есть. Отлично. Ох ты. Не-не-не, давай еще раз. Минута 32. Жестко, блин. Минута 32. Мне вечно попадало из-за сада. Да давай летишь, что ли. Как не летит? А, все. Кто же упорный этот управление? Вот так. Несомненно, это место покинули очень давно. Это весело. Я понял, как шарики. Надо сбивать. Отлично. Нет, не успею. Да, вначале бы, если бы не проворонился бы, может быть, и успел бы. Так, вернитесь. А, так, к этому товарищу, да? Ну, может, на джойстике получше будет. Ну, здравствуй, Хоксмит. Рубаться. Ладно, сейчас мы этот квест дадим. Пойдем что-нибудь другое делать. А вот и вы. Надеюсь, вам есть что мне рассказать. Мистер Уикс, мне удалось установить новый рекорд на метле. Невероятно! Мисс Рейс должно быть в шоке. Ну что, как метла? В целом неплохо. Хотя ее порой мотало из стороны в сторону, да и скорости бы добавить. Надо сказать, что иногда на поворотах ее немного заносило влево, а при резком уходе вниз слышался свист. О, благодарю. Именно это мне и нужно было знать. Заносит, ага. Сейчас же приступлю к работе. И тогда даже самые закоренелые скептики признают, что у моей работы был потенциал. Не терпится узнать больше. У меня предчувствие, что улучшение получилось, что надо. Уверен, вы будете довольны. Скоро я с вами свяжусь. Окей. Как же решить проблему вы...
Ты пульс. Ноль из девяти, а я только одну нашел. Ладно, он хитроумный доделался. Отношение к скорости. Так, а он мне тоже не показывает, да? Где они находятся, этот квест? Фокусирующее зелье. У меня оно есть вообще, это зелье, блин. А, вот оно, фокусирующее зелье. Надо его где-то найти. Где у нас тут алхимики? О. Не знаю, насчет... Аллахамора. Шапочку мы продадим. А зеркала так нормально и не сделали. А туда я наверх прыгнуть не могу. Окей. Здравствуйте. Дайте знать, если я смогу вам чем-то помочь. Можешь. Так, невидимости. Пятихатку, да? Очень хорошо. Никогда не помешает пополнить запасы. Подожди-ка. Может, еще увидимся. Наряжение, там перчатки получше. Пятьдесят два, 16, 48. А вот эти, мне кажется, получше будут. Чем я могу вам помочь? О, хватит мне на него. Мудрое решение. Благодарю. Может, еще увидимся. До свидания. Испытайте его в деле. Так. О. Теперь мне надо найти чувачков. Акто. Люмус. Ривелио. Люмус. Thank you.
Смотри так на меня. Все, все, ушел. Так. Где тут невидимка? Испытайте его в деле. Просто выпить или... А хотя мы, если что, еще купим. Превосходно. Занять по деливарению в течение дня. Пошли. Ладно. Давно я сюда не заглядывал. Как ваши успехи в выполнении задач? Отлично. Профессор, ваши задачи сделаны. Хорошо. Думаю, вы готовы освоить депульсо. Покажите же, на что способны. Сосредоточьтесь, не отвлекайтесь на посторонние мысли. У вас получилось. Если захотите потренироваться, пожалуйста. Только не расшвыривайте одноклассников по коридорам, прошу. Лучше поупражняйтесь здесь, на зачарованных книгах. Где пульс? Где оно здесь? Ага, откидывает. Где пульс? Отлично. Приятно знать, что вы стремитесь достичь совершенства в применении чар. Нормально. Да уж, интересный был урок. Благодаря тебе. Не совсем то, чего я ожидал, но все равно здорово. Спасибо за помощь. Надеюсь, Шарп не злился, когда оценивал твое зелье. Я слышал, как он говорил про ответственность. Профессор Шар был недоволен, но мне удалось все уладить. Не как переживай. Хорошо. Он, может, даже посмеялся, когда мы ушли. Шарп хоть и угрюмый, но спорю, что он и сам взорвал кучу зелий, когда учился. Пойду-ка я. Обещаю, в следующий раз будет меньше взрывов. Трех метлах. Это нам надо дуть.
Вот и прыгай туда-сюда. Если на свете месте... Это о вас говорят, как о главной новости Коктеврана. Профессор Фикс сказал мне, что вы нашли для него одну утерянную книгу. Я бы хотел побеседовать с вами о ней. О, я к вам зайду. Вы вроде здесь. Я не забыл о нашей затее с библиотекой. Удалось продвинуться? Если хочешь позаниматься запрещенными заклинаниями, жди меня возле кабинета защиты от темных искусств. Неподалеку есть одно тайное место. Надеюсь, при первой возможности вы заглянете ко мне по невероятно срочному и крайне конфиденциальному делу. Мне кажется, мы можем помочь друг другу. Ох, очень надеюсь, вам удалось узнать. Приходите ко мне после занятий, когда выполните все мои задания. Мы займемся изучением заклинания Десцендо, притягивающего предметы к земле. Доброго дня! У меня отличная новость. Улучшение уже готово. Загляните в лавку, когда сможете. Прям. Здравствуйте, мисс Райан. Спасибо вам еще раз за помощь с Руквудом и Харлоу в день нападения троллей. Зовите меня Сироной. Рада была помочь. Ох, от этих двоих одни беды. Хорошо, что вы были здесь, когда они нашли вас. И я. Вы же говорили с гоблином в тот день. Да, с Лодгаком. Он друг. Похоже, у вас с ним хорошие отношения. Я его давно знаю. Познакомились, когда я школьницей подрабатывала в трактире, до того, как выкупила его. Он был весьма приветлив, но друзьями мы не были. Он не доверяет волшебникам, и неспроста. Но теперь вы друзья? Да, мы с ним довольно давно не виделись, но при встрече он сразу меня узнал. А ведь жизнь оставила след на моей внешности. Даже школьные приятели не всегда меня узнают. Не все гоблины, как Ранрак и его сторонники. Лодгака не меньше нашего беспокоят текущие события. В таком случае мне хотелось бы с ним поговорить, в частности, о Ранраке. Где мне его найти? Я так понимаю, что ваш интерес связан со слухами, будто Ранрак сотрудничает с нашим другом Руквудом. Да. Если здесь его нет, он может заниматься делами в Кабаньей Голове. Он уважаемый торговец металлами. Напомните ему о нашем разговоре. Он, конечно, не доверяет ведьмам и волшебникам, даже таким юным, как вы. Но при всем том, если вы ищете информацию, которая поможет обуздать Ранрака, то Лодгак – ваш союзник. Благодарю вас, Сирона. Как отыщете Лодгака, передайте ему привет от меня. Для таких врагов нужно многое натворить. Но теперь будьте осторожны. Так, это у нас... Палочник, вроде. О, да, вон. Алло, вы не хотите со мной поговорить? Ладно, зайдем к вам потом. Замка. Взаимно, Амид. Добро пожаловать в Кабанью Голову. Садитесь где угодно. Добрый день, Лодгак. Сирона сказала, что ты здесь. Правда? Она послала вас сообщить мне новости? Нет, в сущности, это мне нужно было с тобой поговорить. О Ранраке. Теперь я вспомнил вас.
Тогда, в трех метлах, когда напал тролль. Вы ведь тот ученик, за которым он охотится. Да. Мне нужно знать, что он и его сторонники замышляют, чтобы опередить их. Предположим, я в курсе. Но с чего бы мне вам доверять? Сирона мне доверяет и считает, что у нас есть общие интересы. Ну, если вам доверяет Сирона... Очень хорошо. Возможно, у меня будет информация, которая помогла бы нам обоим. Есть один способ выведать у Ранрока его планы. Я слушаю. Много лет назад одна мерзкая ведьма украла священную реликвию гоблинов. Ходят слухи, что теперь эта реликвия лежит в саркофаге. В гробнице той самой ведьмы, и попасть туда может только волшебник. Мы с Ранроком разругались уже давно. Возможно, эта реликвия поможет нам наладить отношения. Что ж, я добуду реликвию, если ты обещаешь посвятить меня в замыслы Ранрока. Придется нам довериться друг другу. Я поверю, что вы не сбежите, прихватив с собой реликвию, а вы, что я поделюсь с вами полученной информацией. Берите с собой все, что нужно, и ждите меня возле гробницы ведьмы. Гробница ведьмы. Ривелио. Что тут у нас? Дэмми Маска. Я бы тебя взял бы, но на улице день. Так, куда там надо бежать? Ладно, будет ночь, потом сюда заглянем. Ну, здравствуй, Хоксмит. Я готов. Хорошо. Нам нельзя терять время. А что это за реликвия, которую мне надо раздобыть? Ценная фамильная реликвия, известная как шлем Урткуда. Одна ведьма считала себя ценительницей древностей. Она купила этот шлем как простую безделушку. Ее не волновало, как к этому отнесутся гоблины. А ведь гоблины считают, что любой предмет принадлежит тому, кто его создал, а не тому, кто купил. Волшебники смотрят на это иначе. Удивительно, что гоблины и волшебники в принципе способны сотрудничать. Между нами огромное количество различий. Это уж точно. Вы, возможно, удивитесь, но я не считаю эти различия непреодолимыми. Именно поэтому я решил отправиться к гробнице вместе с вами. Ну, пойдем. О, ты бегать можешь. Я думал, ты только ходишь потихонечку. Вот и она, могила ведьмы. Да, жуткое местечко. Полезная эта вещь, ваша рука. Желаю удачи со шлемом. Волшебная палочка должна дать вам преимущество. Пока мы еще здесь, хотите о чем-нибудь спросить? Не знаешь, с чем я могу столкнуться, когда отправлюсь в гробницу? Учитывая, что в деле замешана темная ведьма, есть вероятность, что вам повстречаются темные сторожа, инферналы. Злобные существа, питающиеся тьмой и холодом. С ними нужно бороться светом, силой, а самое главное – огнем. Мы уже пришли. Думаю, теперь мне все ясно. Надеюсь, наш союз будет плодотворным. Еще раз желаю вам удачи. Выполните задание, которое я вам дал, а потом зайдите ко мне. Я научу вас режущему заклинанию Дефиндо.
Обычно его используют для разрезания предметов, но оно может также пригодиться в бою. Финдо. Сколько там, блин, всяких... заклинаний можно выучить. Люмос. Заперто. Угу. Мотыльки. Любопытно. Люмос. Люмос. Мерлинова борода. Рейса. Для лица голда. Это явно не гробница ведьмы. Нужно идти дальше. Так, где-то еще один должен быть. Люмос. Люмос. А, сундучок. Такое ощущение, что здесь кто-то есть. Люмос. Вылазили тут всякие. Люмос. А вон еще один. Похоже, эта шестерня должна вращаться. Как бы заставить ее это сделать?
Люмус. Ривелин. Вот эту штуку нам сначала вставить. Тут такое же изображение мотылька, что и на двери. Ну вон она наверху. А как мне туда попасть? Интересно. Здесь с двух сторон. Проходов здесь нема. Ривелио. Люмус. Понятно. Это должно вращаться. Но как? Ну, повернулся оно. Смысл. Как мне туда подняться наверх? Ну, здесь что? Да нет, это просто секрет. Это просто секрет. Ривелио. Там сундук. Люмус. Люмус. Ну и смысл. Ривелио. Нужен еще один. Где мне ее достать? Что-то я не знаю. Что-то я не знаю. Так. Тянуть я и... Вряд ли притяну. Ривелио. Люмус. Конфринго. Левиос. Люмус. Люмус. Вот эта штука должна, мне кажется, подняться. Но я ее двигать не могу. Ну,
Конфринго! Левиоса! Люмус! Люмус! Так не работает. Люмус. И так не работает. Знаю. Депульса поможет его повернуть. Не. Депульса. Ну хоть так подсказывает итог. Хорошо. Люмус. Кто же знал, Люмус, что эта штука так работает? Люмус. И там последний. Не, ну в принципе это было логично, конечно. Так, сюда ее поставим. Люмус. Придвинуться. Но как? Ну как, это точно. Надо скеледронов куда-то засунуть. А, может, одна из штуки? О.
Акса! Да, подождем. Сюда бошки, видать, сюда. Что-то еще. Я что-нибудь не могу сделать. Ну что-то с ними надо делать. Ну давай вообще всех свалим в одну кучу. Нифига не интуитивно понятно. Ну возьми ты ее в руки, череп. Ладно, давай этим попробуем еще. Придумает же. Люмос. Что это там висит? Выглядит опасно. Мы ее сейчас... Ничего не поделаешь. Надо спускаться. Заперто с той стороны. Так, ну эту штуку я могу вытащить. Либо он туда залезет. А может быть, надо сначала и туда, и сюда ее протащить. Я ее сюда не протащу, микро. А, нет, протащу, смотри. Куда? Туда прыгать? Ревелио. Может, надо было ящик поставить?
Чё там? Люмус. А, это, видать, дорога наверх. Или что-то наподобие. Акка! Ага, наверх выбрался. Но сначала мы пойдем вниз. Опа, опа, опа. Тихо, тихо, тихо. Люмус. Уже это еще сложнее. Нормально. Люмус. Так, а куда тебе пока поставить, сюда что ли? А он назад улетел. Так, мне надо наверх попасть, а сундук я сбрасывал. Сундук я сюда не притащу. Я притащу. Ривелю. Вон он лежит, мой. Да. Ривелю. Испарился? Так, мне надо эту штуку. Почему я туда не могу запрыгнуть?
Как будто тот ящик не хватает. Или что-то наподобие не хватает. Люмус. Если запустить вращение, платформа поднимется. Должно сработать. Депульса! Ёпта. Тут можно Люмус. И так было делать. Так, а как тебя забрать? На ту сторону перетащить? Тут секретики. Так, ну в принципе так же долбать. Вот это я в принципе заберу. Вот это я заберу. А как он тут забирать? Не даже. Люмус. А здесь один лишний. Окейшки. Люмус. Так, это не здесь. Два наверху. Один внизу. Надо, короче, как-то пахнуть по этой штуке. Люмус. Интересно, девки пляшут. Люмус. Ну. Не забрал. Нужно направить мотыльков к двери. Да что вы говорите, блин? Надо из того можно было бы этот мотылек. Смотри-ка, я посадил ее сюда. Так, у меня получается там, тут и тут. И мне надо это все дело наверх поднять. Если я ее отпускаю, она улетает. Получается. А, подожди, ее здесь нет. Ладно. Сразу отпускаешь, и он пролетает. Ну-ка, а можно что-нибудь под него можно засунуть? Акция. Депульса. Ревелио. Депульса. Не-е-е.
Ривелио. Так, а могу ли я сюда его Люмос присобачить? Да, могу. Так, у нас вот так, значит, здесь, да? Так, значит, сейчас мы, короче, летик сюда. Вот так вот. Люмос. Так, а где еще одна? Отсюда я забрал. И одна, видать, там, что ли? Устроили тут геморрой, блин. А вот и последнее пристанище ведьмы. Лотгок сказал, что шлем должен быть в ее саркофаге. А то тут эти вот товарищи встанут. Скорее всего. Мертвый пипломба. Надо бы показать эту Лотгоку. Должен же быть какой-то механизм, который позволит открыть дверь. Тоже, блин, Денис. Под Хогвартсом. Лотгок, саркофаг разграблен. Мне не удалось обнаружить шлем, только мертвого пипламбу. Черт возьми, они добрались сюда первыми. Нам нужно заполучить его, иначе им воспользуется Роквуд, чтобы выслужиться перед Ранроком. Я видел неподалеку один из их лагерей, но боюсь, вам придется пойти туда в одиночку. Для меня сражения остались в прошлом. Сейчас же отправлюсь туда. Хорошо, нам нельзя терять время. Заберите шлем, пока до него не добрался Руквуд, иначе мы не получим вещь, имеющую хоть какое-то значение для Ранрока. Подумать только! Мерзкие ворюги! Стащить такую ценную реликвию! Мы берем. Пещерка.
Эти камни не в лучшем состоянии. Давай-ка не будем натягивать. А это что такое? Конфринго! Какая-то странная загадка. Ривелио! Это типа лестницу здесь сделать надо. Типа. Отца. Люмос. Отца. Ходил фиг он. Ривелио. А вот скелет. Акция. Акция. Странная штука, конечно, вот это. Давай вытаскивай. Не до конца, еще что-то нам. Ривелио. Акция. А, это верх открылся. Окей. Короче, какая-то загадочка тут. Маги тут местно летают. Это же ты помешал нам с той теткой, свихнувшейся на Мерлине. Не стоило лезть в чужие дела. Так, я здесь был вроде. Вот и они. Это пепламбы. Отпусти меня! Добыча к волку!
Ох ты! Надо выбраться отсюда. Да, еще этот дядька за них здоровый. Конечно, попробовать подкрасться туда. Решить вопрос по-тихому. Сейчас, может быть, и этого здорового чувачка можно будет на свою сторону перетащить. Так, невидимки у меня нету. Зато у меня есть это. Так. А, они с ним пока долбаюсь. Тебя и пошарю. А, типа поезд тут территории. Нормально. Вот так. Это тебе за Роквуда. Твои деньги сочтены. Что ты творишь? Нормально, тролль тут всех порешал. Мне нравится. Извини, тролль, ты мне не нужен пока. Утонул, что ли? Нормально. Пол жизни нет. Можно добить его. Остолбенись!
Хантринго! Акцо! Одним мерзким неуклюжим тупицей меньше. О, задача как раз. Нормально. Ну, там загадка, что ли. Что мы тут за? Надо бы позже наведаться в Хоксмут и устроить там заварушку. Пусть не забывают, только главное. Так, а здесь я, видать, туда не попаду. Не попаду или попаду? Попаду, смотри. Лади, ну. Поглядим, что ты выдумал на этот раз, Мерлин. Достаточно мальвины. Ладно, будем знать. Так, ну пошли сюда, к нему. Даже не знаю, стоит ли идти туда одному. Куда это собрался? Мне удалось забрать шлем у Пипламп. Браво! Это точно произведет впечатление на Ранрока. Этот шлем блестит еще ярче, чем я представлял. Какая гравировка, какие линии. Потрясающе! Он великолепен, Лодгок. Понятно, почему ты хотел его вернуть. Забрав его, вы оказали грабителям услугу. Я знаю многих гоблинов, которые убили бы за этот шлем. О, тогда хорошо, что он не останется у меня. Благодарю вас. Теперь нам удастся завоевать доверие Ранрока. Я сейчас же отнесу ему шлем. Может, это отвлечет его от поисков. Поисков? Это так, догадки. Вы произвели на меня огромные впечатления. Хорошо, что я доверился вам. Скоро все обсудим. А пока лучше держать наш уговор в тайне. Мало кто поверит, что у нас с вами может быть общая цель. Да, местами тут жестко. Что тут у нас? Используйте депульса на левитирующем враге. Ну-ка. Это мы выполним сейчас. Приветствую. Будет свободный момент, загляните в три метлы. Мне нужна ваша помощь в одном деле. Моя сестра Анна очень скучает по Хогвартсу, и она в последнее время не в себе. Хочу напомнить о твоем обещании и предложить навестить ее вместе со мной. Скоро я отправлюсь в Фелдкрафт и буду рад там с тобой повстречаться. Это к югу от Хогвартса. Кстати... Надеюсь, тебе удалось освоить взрывающее заклятие. Одно из моих любимых. Так, 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 дай-ка вот так сделаем. Поскольку вы уже посетили урок по магическим существам, я попросила Дика научить вас пользоваться выручай комнатой. Он будет ожидать вас там. Я так давно не получала вестей от дяди Роланда. Конфринт! Встретимся во дворе. О, хоть душу отведу. Когда я был в последний раз в Нижнем... Левиоси! Декульсо! Да. Попрыгу! Ставлю П. Превосходно. Левиоси! Декульсо! Акса! Конфринт!
Никто не поверит, что мне удалось самостоятельно одолеть Пипламбу. Тоже какая-то загадка. Это у нас непонятный ситуэйшн. Надо вот эти зажечь. О, что-то происходит. На этом боевой арене используется. Понятно, но мы это потом сюда пойдем. Так. Там задач надавали опять. Я так не туда прыгнул, блин. Перебеги тут вниз. Ужасно, так. Когда тебя сажают рядом. Так, что тут? В этом обвиняют именно меня, а я как такого не терплю. Какая приятная встреча, мой юный друг. Так, ладно, к Себастьяну. А Себастьян у нас очень далеко. Нифига себе, как далеко. Пойдем туда. Не уверен, что смог бы тут жить. Приятно видеть вас снова. Взаимно. Что вам сегодня предложить? А что у вас можно купить? Что вы сегодня ищете? Отличный выбор. Я бы и сама поступила точно так же. Спасибо, что зашли.
Весьма признательна. Ну, конечно. Ёптель там. Вот оно как. А я думаю, как же пользоваться этим долбанным аппаратом. Так, ну через горы я тут, скорее всего, не проберусь. Я сейчас так тихо проплыву. А, у меня этого нет. Окей. Конец тебе. Какая учился теперь летать. Любопытное место. Тихо. Ну, вроде не нападает. Алахамора. Известную вещь. Ну, это потом можно будет открыть. Надо будет еще найти и купить. Ого! Да чего приятная неожиданность. Где-то сладкое малево здесь. Там наверняка сокрыто нечто грандиозное. Простите, пожалуйста, но мне послышалось, или вы что-то сказали? Да, действительно. Опять я говорю сама с собой. С тех пор, как умер мой муж, я стала довольно интересным собеседником для самой себя. Мадам Альтея Крутникс, приятно познакомиться. Приятно познакомиться, мадам Крутникс. Знаете, возможно, вам будет интересно. Молодежь любит всякие загадки. Мой муж часто размышлял об одной таинственной статуе недалеко от нашей деревни. Все твердило о какой-то старинной загадке, связанной с вазами. Я наткнулась на нее сегодня, когда, почувствовав прилив энергии, решила немного продлить свой утренний мацион. Древняя головоломка, говорите? Любопытно. Вот видите, так и знала, что вам будет интересно. И это я еще не рассказала вам о связанных с ней слухах. Мой муж Гревил утверждал, что если разгадать эту загадку, откроется некое магическое испытание. Он был такой любознательный. Пытался разгадать эту тайну сам, пока не... Ай, может, вы взглянете? Так интересно узнать, что же вы там обнаружите. Хорошо, я взгляну, если буду в тех местах. Ах, молодость! Я очень надеюсь, что вам удастся разгадать эту загадку. Если не ради меня, то в память о Гревиле. Угу. Что тут у нас? Дэмми Маска. Я ее и выполнил. Нужно взглянуть на статую, о которой говорила мадам Крутникс. С этой статуей.
Расскажите еще раз о головоломке, которую вы нашли. Муж утверждал, что если разгадать загадку этой статуи, начнется некое магическое испытание. Ну, хотя магическое испытание не проходило. Я надеюсь, что вы попробуете ее разгадать и расскажете, что получилось. Угу, ладно, но это потом. Сначала мы отправляемся в путь. Похоже, это та статуя, о которой говорила мадам Крутникс. Ривелио! Зачем здесь столько ваз? Думаю, нужно найти все вазы. Ривелио! По-моему, осталось еще несколько раз. Ривелио! Ривелио! Ривелио. Почти готово. Осталось всего одна ваза. Ничего себе. Нужно рассказать мадам Крутник, что мне удалось узнать. Так. Че, он там живет, что ли? Да, вон деревня какая-то. Как ты тут тихо? Какое сказочное место. Угу. А вот и ты. Наслаждаешься видом? Стараюсь ничего не упустить. Теперь в Фелдкрафте все совсем не так, как было раньше. Здесь стало опасно с тех пор, как сторонники Ранрока начали проявлять особый интерес вон к тому замку. Это замок Руквудов. Мой дядя Соломон — бывший мракоборец, но он не хочет в это вмешиваться, даже после того, как кто-то из них проклял Анну. Может быть, для этого он даже посмел использовать волшебную палочку. Слышал, что гоблины называют волшебников носители палочек. Гоблинам что, запрещено пользоваться палочками? Именно. Вот почему мне так нужны ответы. Чтобы исцелить ее, сперва нужно разобраться, что же с ней произошло. Даже среди нас троих Анна всегда отличалась особой бесшабашностью. А ты ведь знаешь нас с Оминисом. Надеюсь, она обрадуется мне и новому другу из Хогвартса. Может, даже станет немного похожа на себя прежнюю. Пойдем, я отведу тебя к дяде. Сюда. Раньше в Фелдкрафте было многолюдно. Теперь здесь полно приспешников Ранрока.
и жители стараются сидеть тихо. Мы пришли. Моя сестра должна быть внутри. Ага! Себастьян! Откуда ты? Это то, о чем я думаю? Мы уже говорили об этом. Эй! Смоква не может снять проклятие. Ничто не может. Чем скорее ты поймешь это, тем лучше. Но мы еще не все испробовали. Ее нельзя исцелить! Когда ты с этим смиришься? Никогда! Я никогда не смирюсь! Смотри, что ты сделал! Анна... Нихуя. Уходи. Папаш, короче, накурали и села, а потом еще на это все свалил. Класс. Извини, что тебе пришлось это наблюдать. Если можно, я бы хотел побыть один. Бедный Себастьян. Не на такой прием он рассчитывал. Угу. Прошу меня простить. Тяжело переносить эти приступы боли. Как ты, Анна? Надеюсь, я тебе не помешаю. Все хорошо, правда. Мне хорошо. Боль от проклятия накатывает волнами и приходит внезапно. Тут вовсе некого винить. Приятно познакомиться. Ты, видимо, новый пятикурсник, о котором говорил Себастьян. Да. Мы с Себастьяном провели весьма яркую дуэль на занятии по защите от темных искусств. А, да, у профессора Гекат. Она могущественная ведьма. И умеет держать в узде таких учеников, как мой брат. И как я, иногда. Я скучаю по Хогвартсу. Но я бы охотно жила и в Фелкрафте, если бы здесь не было так безотрадно. Эти гоблины возле замка и дядя всегда бронится с Себастьяном, когда он дома. Это больше не уютное местечко, как раньше. Себастьян упоминал, что ваш дядя был мракоборцем, но отказался разбираться со сторонниками Ранрока. Надо сказать, это было неожиданно, он так разозлился. Дядя Соломон раздосадован тем, что случилось со мной, и тем, что Себастьян считает, будто сможет помочь. У них добрые намерения, я знаю, но дядя прав. Проклятие нельзя снять. Я это чувствую. Себастьян не в силах меня излечить. Может, ты поможешь ему это понять? Боюсь, что тут все зависит от Себастьяна. Похоже, он не откажется от своего решения. Остается только надеяться, что вскоре он осознает тщетность своих поисков лекарства. Я устала. Мне надо отдохнуть. Спасибо, что заглянул. Всего доброго. Пришел какой-то левый челик и будет... А, типа, все, завязывай, давай. Не помогай, как говорится. Я думаю, мы этот вопрос решим. Все-таки мы знаем темную магию. Этот мальчишка мне все нервы вымотает. Прошу прощения, мистер Сэллоу. Ах да, вы же друг Себастьяна. Простите моего племянника. Он не понимает, что пора остановиться. Я собирался навестить Анну, а вы, кажется, были в доме. Как она там? Она в порядке. Сказала, что ей нужно отдохнуть. Я ей уже ничем не помочь. Может, вы просто еще не нашли нужное средство? А, вы говорите в точности, как Себастьян. Тоже считаете себя умнее целителей? Может быть, целителям ведомы не все средства, сэр. Себастьян изо всех сил стремится помочь сестре, и если средство есть, он обязательно его найдет. Ваша вера в идеи Себастьяна – чистое безрассудство. Анна стала жертвой темной магии, и гоблины уж точно не спешат объяснять, что к чему. Жестоко давать ей надежду. Сейчас мы можем лишь заботиться о ее комфорте и беречь от сторонников Ранрока. Я понимаю, о чем вы, сэр.
хорошо. Я знаю, как будет лучше для Анны и для Себастьяна. Они же дети моего брата, такие же упрямые, как он, особенно Себастьян. Если вы действительно хотите помочь, убедитесь, что Себастьян поступает правильно, а не творит, что вздумается. Он даже не представляет, сколько дурного может натворить, если не остановится. Надеюсь, вы запомните мои слова. Прощайте. Нужно посмотреть, как там Себастьян. Но почему он меня не слушает? Речь ведь идет о моей сестре. Себастьян, как ты? Ну вот, теперь и ты получил представление о том, с чем мне приходится иметь дело. Прошу прощения за дядю. Признаться, он вел себя неподобающе. Он всегда злится. С тех пор, как умерли мои родители. А после того, как Анна пострадала, он стал просто невыносим. Мне кажется, он винит меня в случившемся. Все твердит, что я весь в отца. Будто это какое-то оскорбление. Я один пытаюсь ей помочь, а он просто махнул на все рукой. И Анна, и ваш дядя, похоже, искренне убеждены, что больше ничего нельзя сделать. Я отказываюсь в это верить. Анна сильно страдает, и не только физически, она полностью переменилась. Я так скучаю по сестре. И собираюсь вернуть прежнюю Анну. Пойдем со мной, я покажу тебе, где это произошло. Сторонники Ранрока способны на такие вещи, каких от них не ожидают. Не стоит их недооценивать. Весь этот мусор от того, что делается в том заброшенном поместье. Протего! Они пытаются что-то... Ривелио! Все, давай дальше рассказывай. Вон там, на том плато, они наслали проклятие на Анну. Нам сюда. Темную магию, скорее всего, понимаю. Сколько еще нам копаться в этих обломках? Ранрок знает, что делает. Помогать ему большая честь. Левиоса! Конфинго! Акто! Фига там народу. Ничего вкуснее я в жизни не пробовал. Снайперс, используем заклинание в Словении. Ну давай, иди сюда. Я вскрою тебя от ботинок до слепы. Протего! Остолбенеть! Знал, что тебя незачем опасаться. Левиос! Конфринго! Бегунца! Акто! Они успокоились, пока Конфринго! Акса!
место! О, неловко получилось, да? Слабо! Я отомщу за твою гибель! Это было твоей последней ошибкой. Думаешь? А, там Фринго! Давай еще разок, не стесняйся! Я могу так хоть весь день! И не пытайся! Какой... Левиоса! Конфринго! Левиоса! Это все! Десцендо! Конфринго! Ты за это заплатишь! Левиоса! Я не успокоюсь, пока ты не дохнешь. Должен признать, такого я не ожидал. Я пытался тебя предупредить. Так, на это наводилось. Ее, может быть, отремонтировать можно? Репаро. А? Эти сторонники Ранрака получили по заслугам. Полностью согласен с тобой. Именно здесь все и произошло. Среди ночи мы почувствовали запах дыма, а выглянув из окна, увидели, что из окон поместья вырывается пламя. Мы с дядей не успели ее остановить. Анна выбежала наружу и помчалась к горящему дому. Она беспокоилась, что кто-то из жильцов мог пострадать. Она столкнулась лицом к лицу с ордой гоблинов, лихорадочно пытавшихся потушить огонь. И тут кто-то невидимый в дыму произнес ледяным голосом: «Детей должно быть видно, но не слышно». А потом ослепительная вспышка. У нее не было шансов убежать. Слишком уж бурно они отреагировали на идущего мимо ребенка. Что они хотели скрыть? Я тоже все время об этом думаю. Думаю, в этом месте должна быть зацепка, которая приведет меня к тому, кто проклял Анну. Впрочем, наверное, хватаюсь за веретенец. Но это может быть единственный способ узнать, что за магия причинила ей вред, и понять, как ее исцелить. Возможно, но сторонники Ранрака везде, а сюда они, похоже, наведываются особо часто. Судя по всему, они что-то тут прячут. И в замке Руквудов. Давай осмотримся. Похоже, они разбили лагерь именно здесь, не просто так. У них повсюду посты. Я слышал, такие гоблинские раскопки сейчас... Ривелли! Странно, что министерство не пытается в этом разобраться. Эти сторонники Ренарка всегда вооружены и готовы к бою. Вон еще штука. Кто же тут жил? Это место заброшено, сколько я здесь живу. Говорят, тут когда-то жил хогвартский профессор. Столетия назад. Но это все, что я слышал. Возможно, стоит осмотреть сам дом. Себастьян,
Сюда. Как думаешь, он в таком виде из-за того пожара с ночи, когда прокляли Анну? Может быть. Репару! Хотя, как по мне, это сделано преднамеренно. Это женщина сидит. Себастьян, я все это уже видел. И дом, и колодец, это все знакомо. Как это? Когда? Одну минутку, я сейчас все объясню. Что-то мне это напоминает. Себастьян, в этом доме когда-то жила преподаватель из Хогвартса, сотни лет назад. Кому? Ты о чем? В тот день в запретной секции мне попался омут памяти. В нем хранилось воспоминание об этом доме. Там была маленькая девочка, и было очень су... Хранители показали мне и другие воспоминания. Эта девочка стала преподавателем. В Хогвартсе. Ее звали Исидора Морганок. И она тоже была хранителем. Что за хранители? И какой еще омут памяти в библиотеке? Ничего не понимаю. Да, это довольно непросто. Даже я все не до конца понимаю. Но вряд ли они хранят что-то без обид. Они назвались хранителями, потому что защищают некое знание. Это как-то связано с сейфом в Гринготтсе. Скажи-ка мне, я правильно понимаю, что за тобой охотятся Ранрак и Руквуд, потому что у тебя какая-то вещь из Гринготтса, куда тебя забросило через портал? А теперь ты еще и видишь воспоминания, оставленные хранителями? Ах да. Этот дом принадлежал преподавателю Хогвартса, который был одним из этих самых хранителей сотни лет назад. Если бы я тебя не знал, подумал бы, что ты все выдумываешь. Да уж, звучит как фантастика, если так поразмыслить. Но я хочу сказать, что у нас у обоих есть причина обыскать этот дом. Ты хочешь выяснить, что стало с Анной, а я разузнать побольше о хранителях. Взгляни-ка. Кто-то неспроста нагромоздил это здесь. Может, хотел что-то заслонить? Есть только один способ узнать. Надо бы внимательнее рассмотреть, что там. После них тут настоящий бардак. Видимо, они искали что-то очень... Люмос! Это же запись из дневника Исидоры. Оставлю-ка ее у себя. Похоже, это записи из путешествия Исидоры. Ты не поверишь. Я вижу крипту. Грезишь, что ли? Ривелио! Со мной такое тоже бывает. Депульса! Люмос! Признаю, звучит нелепо, честно говоря, меня уже ничего не удивляет. Логично. Я вижу крипту сквозь эту каменную стену, будто в окно. Такое случалось и раньше. Я тебя внимательно слушаю. У меня редкая способность распознавать шепот древней магии. Не знаю, чего именно я ожидал, но точно не этого. Так и знал, что ты от меня что-то скрываешь. И что это вообще за древняя магия? Не скажу наверняка, но по словам хранителей, это могущественная магия, предназначенная лишь для избранных. И ты можешь ее использовать? Не знаю. Но мы с профессором Фигом думаем, что Ранрак научился каким-то образом использовать эту силу. Хочешь сказать, что гоблины способны владеть магией волшебников? Именно это мы и пытаемся выяснить. Но я точно знаю, моя способность позволяет перемещаться сквозь окна, что я вижу. Постой-ка. Значит, мы можем попасть в крипту прямо отсюда? Хм, Оминис будет поражен. Можем. Но пока лучше держать это в тайне. Даже от Оминиса. Ясно. Что ж,
Тогда давай проверим этот невидимый тайный древнемагический проход. Прямо хочется затаить дыхание. Крипта. Чего вдруг дверь привела нас сюда? Себастьян, гляди! Угу, карта. Зачем прятать триптих здесь? Такое ощущение, будто мы что-то упускаем. Тут записка. Давай посмотрим. В записке нашлось что-то полезное? Рунический символ. Точно такие же использовали хранители. Я тут подумал. Много лет назад в этом доме жил один из хранителей, а потом появился Ранрак с прихвостнями, чтобы все здесь обыскать. Ты говоришь, что гоблины могут использовать некую древнюю магию. Как думаешь, может, на Анну пало какое-нибудь древнее проклятие? Конечно, наверняка тут не скажешь. Но лично я сомневаюсь. Следов древней магии возле твоей сестры не видно. Что ж, ладно. Но это не значит, что она тут не замешана. Мы все еще слишком мало об этом знаем. Верно. Может быть, этот триптих поможет нам найти ответы? Тогда нам нужно разобраться, в чем там дело. А я пока встречусь с Оминисом. Не беспокойся, я ничего ему не скажу. Я говорил, что, возможно, у Салазара Слизерина был тайный скрипторий. Здесь, в Хогвартсе. Нет, пожалуй, стоит его поискать. Есть идея, где бы он мог находиться? Понятия не имею. Оминис только об этом узнал. Я расскажу тебе, если что-то выясню. Я думал, мы просто навестим Анну, а вон как все вышло. Мне надо привести мысли в порядок. Но я рад, что ты мне все рассказал. Я с тобой свяжусь. Жди вестей. Окей. Это основное задание даже. Ладно, здесь пока и закончим. Это уже поздно.